Здравствуй. Достаточно широко, но это не без, конечно, не
Иисус чистит за апостолство, но мы были одним из первых, кто начал это делать. Не только в нашей стране. В нашей стране мы точно были первыми, но и за пределами. И мы давно начали это делать. Ну так что, мы стоим у устья, давайте проводник. Единственный, наверное, фильтр. Этот очень софт все-таки не для такого сосуда. Хотя черт знает. Я думаю, что это фильтр будет слишком, это не будет. Жесткий? Нет, сухотный. Хотя, во-первых, давайте, раз уж есть здесь проводник, не будем же его обижать. Ну, да. Хорошо. Хотя я софт только для самых простых. Главное эти руки, руки мастера. Эти руки, особенно левые. Ну, вы знаете, есть и левши. Только женщины. Да. И там он объясняется в любви и говорит, мне нравятся очень ваши глаза, особенно левые. Молодые не знают этого фильма, конечно. Это я знаю и... Да. Ну, здесь на изгибе уже проблемы. Рената где у нас? Ну это, во-первых, все-таки говорит о том, что все-таки резко это изменение. Да, давайте Рената посмотрим. Совсем здесь. Может быть, это поможет, чтобы легче проскочить. Да, фактически, мне кажется, что это очень, это практический пункт, очень такой весомый, потому что вот этим с маленькими изгибами такие иногда намного лучше. То есть такие, как мы делаем для тотальной поклюзы. Потому что тогда мы можем очень ориентировать это, да. Самый кончик, да. Кажется, что он все-таки еще более... Он чуточку продвинулся дальше, но потом уже не хочет. Он упирается, я думаю, там и бляшка, и немножко. Я стараюсь не использовать контраст. Видите, а сейчас я боюсь. Я боюсь, что мы не сделали диссекцию еще здесь. В общем, все дело. Тогда уже придется на самом деле делать. Я думаю, что мы уже немножечко. Маленькой диссекции, наверное, есть. Сейчас давайте мы снимем без проводника. Ну, это может быть и спазм, это может быть и не диссекция. Я думаю, это спазм, но тем не менее он есть. Картина сейчас выглядит чуточку хуже, нежели до того. Проекции, как вы думаете? Да, мы посмотрим, но я хочу сейчас все-таки еще раз попробовать. Может, в другой проекции мы выйдем, это где лучше пройти? Сейчас. А вот и кажется, что тоже. Нет, он опять-таки куда-то, мне кажется, идет.
Идет. Я думаю, единственное, что еще можно делать, вообще не загибать, а... Не хочет. Вот этого мы и боялись. Я боюсь, что под энзимали идем, поэтому я бы не хотел сейчас сделать так, чтобы она оклюзировалась. Кто-нибудь за руку держите. Так, надо посмотреть. А? Давайте не трогайте, пожалуйста. И мы тогда основную свою процедуру затянем и... Ну, очень хорошо, тогда мы так и сделаем. На ЭКГ чуточку, может быть, немножко, если углубились, но... Так, у нас 23 ЛАО, Left Anterior 23, да? Ну, пусть будет так. Хорошо. Нет, давайте мы пока вентрикулографически, поддайте мне вентрикулографически. И сделаем аортографию или как? Наверное, сделаем. А может быть, вы объясните, почему аортографию вы делаете? Это интересно. Если бы я знал. Ну, я думаю, что всегда эта интонация помогает нам, наверное, для лучшего заключения. И для того, чтобы потом правильно устанавливать. Да. Я думаю, вот так неплохо. Нет, сейчас не очень. Ну, я думаю, вот так сделаем. Так, пожалуйста. Так, дайте. Капли, капнули. Хорошо. Сейчас мы сделаем аортографию, прежде чем пытаться пройти в левый желудочек. Готово? Все. Так, все, выходите, кто главный особенно. Очень хорошо, мне кажется, очень хорошая позиция для позиционирования. Да, а мы выявили специально. Да, вы уже, да. Да, у нас подсказка есть. Вы видите, какой я тут? Нет, вы как раз, вы даже не знали, что это так. Вы. Так. Это очень важно, я думаю, это один из самых важных. Самых важных. А? Что, самых важных. А вот его же. Самых важных шагов – найти самую лучшую проекцию, где мы видим все эти три кавки. Так, сейчас. Да.
И ответственность у нас 0,7. 0,7, да. Так что не должно быть здесь большой труда, но надо все равно. Это иногда все равно довольно сложно. Я попробовал, попросил сам аппарат с коротким, но может быть и надо было бы подлиннее. Сейчас посмотрим. По крайней мере, кардиограмма обратно пришла, так что да. все хорошо, и Владимир очень хорошая. Может, этот снимок можно рядом аутографию поставить? А? Может, эту аутографию можно рядом поставить, он будет. А какой? Ну, это аутография. А, ну там. О! Вот там нет, ничего не надо. Для самых лучших ничего не надо. Другого. Так, сейчас мы у нас два варианта. Но учитывая, что все-таки это такое, ну можно сказать, это же просто и показательная процедура, мы можем прямо сейчас перейти и не без того, чтобы измерение давления отдельно в желудочке, отдельно в аорте, чтобы посмотреть градиент, это делается, это, ну, как бы стандартно, да, но и мы так и сделаем. Хотя мы бы сейчас, если бы это была, так сказать, просто процедура для нас, то мы бы ограничились бы. И пошли бы прямо сейчас уже на установку Сафари и дальше уже на баллонную ванную пластику. Так. Идите сюда, Тонечко. Так, многовато немножко. Вышли? Вышли? Как вы? Вышли? А, есть? Не вышли еще? Не может такого быть. Так, извините, подождите. Давайте потянем немножко. Вот так, давайте. У тебя давление все готово? И сейчас вы поменяете градиент. Да, да. Градиент и все будет видно, да, когда да. Мы потом сможем. Да, я это уже сказал, но если бы было не очень так, это самое. Мы сейчас просто один вентрикулографический катетер мы проводим в желудочек. Второй он в аорте уже есть. И мы измерим синхронно давление в этих двух местах, и сможем градиент определить. Потягивай немножко. Все. Так, давайте мне. Так, я готов. Давайте. Давайте. Ребят, ну что вы так это самое? Стоит, давай, так, ну все готово для того, чтобы измерить. Конечно, было бы хорошо. Мы можем на монитор вывести? Идеально, можно выйти сейчас градиент. На монитор мы можем вывести? И мне кажется, это где-то 40 или даже больше 60. Почти, да. Там сколько у нас? Я думаю, и 90 может даже 90, быть. Да? Да. Потому что там сколько у нас? 80, 100. Это очень значимо. Нет, 60. 60, да. Но 60 это значимый градиент. Да, виден, видно, открывая обеих. Ну, да, видно, в принципе. Хорошо. Тогда давайте. Ну, если вы на слово поверите, 60 градиент. Максимальное было 90, а среднее 56, да. Конечно, градиент немножко уменьшается тоже, потому что на аккорд есть. Да, конечно. Так, давайте Сафари. Очень хорошо. А что вы там такое? А можете много раз рассказать, а как вы выбираете это? Сайт это Сафари, потому что есть некоторые. Ну здесь мы знаем по данным этой кардиографии, что желудочек маленький. Вот я думаю, что это очень важно, потому что иногда, если мы
используем очень большого. Ну, ты делаешь, да. Большого дозмеда. Тогда, если большого дозмеда используем, мы можем приоткрыть мицеллярные клапаны. Фактически тогда у нас немножко хуже становится. Так что, наверное, это очень правильно. Да, мы обязательно стараемся. Какой дозмед левого желудочка. Восстановился ритм. Все.
Тогда мы уходим. Но здесь уходить тоже, наверное, вы прекрасно знаете, надо все время контролируя сафари, в каком состоянии. Это очень важно, чтобы он имел такую же форму. И, пожалуйста, это кардиографически посмотрите, что творится у нас в сердце, перикарды везде. Фактически сейчас мы подготовили же все, чтобы могли бы вставлять клапан. Да, да. И клапан тоже готов уже. Клапан готов. Коронарный отсек сделан, лобопут сделан. Сейчас осталось самое главное. Да. Самое главное. Для меня самое плохое — это позиционирование. Не самое плохое, но самое, конечно, такое. Я иногда просто закрываю глаза. На удар. Но я аудитория этого не... Это не из нашей операционной. Нет. Что, уже готов все, да? Даже покурить не дали. Нет. Ну вы сами это тем. Да, я еще Александра Соколева не представил. И я, знаете, хочу сказать, что он наш талисман. Он практически на всех наших операциях присутствовал. И мы уже без него не представляем себе. Он не наш сотрудник, но я поэтому и повторяю. Только уберите, пожалуйста, сейчас немножечко датчик, если можно. Это эхо зум. Ну давайте сейчас аутографию надо делать. Давайте, где у нас? Мы через переходник не делали, но плохо, на переходник буду поставить. Это у нас что сейчас? Давайте мне. Подожди, а что же я с ним? Хорошо. Все, все, выходите. Нет, это вниз, это высоко. Я думаю, он вышел немножечко. Вот, я думаю, так мы сейчас. Сделаем так, даже немножко, может быть, чуть, и что-то вот так. Снимаем. А, немножко глубоко, мне кажется, или какое будет мнение? Он немножко... Что? Он немножко... Так, кольцо сейчас, минуточку. Сейчас я только кольцо сейчас поправлю. Вот оно. И, конечно, может быть, еще раз сделать. Давайте мы еще раз сделаем. Хорошо? Есть? Контраст есть? Давайте. Надо немножко глубже, мое мнение. Я думаю, что немножко глубже надо, да? Да. Он выглядит так. Да. Он еще немножко укорочится. Да, да. Вот я думаю так. Если... Вы знаете, может быть, чтобы не столько контраста дать, я шприцом буду это тестировать. А, здесь очень важное мнение аудитории тоже, кто занимается этим делом. Вот он вышел немножко. Да, это всегда есть, потому что это пружина, да? Да. Этот проводник работает как пружина, и все время как бы надо держать, да. Я думаю, вот сейчас хорошо. Снимок дайте. Вот по отношению к вентрикулографическому можем сейчас говорить. Вот, вот сейчас. Нет, он не глубже, сейчас он глубже. Сейчас глубже. Я думаю, так начнем. Я думаю, так. Если есть какие-то другие соображения? У аудитории, у председателей. Пока никто высказаться не хочет, тем более, чтобы высказаться, нужно обладать достаточным опытом, а здесь мало кто делает такие процедуры, мы посмотрим, как это происходит. Спасибо, спасибо, давайте начнем. Ну, ничего страшного, давай.
Я думаю, пока ничего идет, неплохо. Давай, давай, давай. Стоп, давайте мы снимем все-таки. Или чуточку еще, давай. Да, я думаю, что немножко обратно. Давай, подключись. Я держу просто. Обратно, назад? Ну, надо посмотреть. Я боюсь, что нет. Посмотрим. Ну чего? Марина. Главное, что очень хорошо видно, что гемодинамика, она очень хорошая. Я думаю, чуточку, может быть, вот нижний край. Немножко, но неплохо, неплохо стоит. Давайте мы немножечко подтянем. Подтянете, да. Главное, чтобы это было. Я думаю, вот это... Неплохо, да. Давайте так, давайте. Подожди, я, может быть, подтяну все-таки уже. Это да, давай. Давай, 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 давай. Я думаю, что это будет хорошо. Давай, 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 давай. Очень хорошо будет. Он идет, как бы тянем все время, идет, это надо сидеть. Это как бы push and pull все время. Главное, что мы очень хорошо видим, что не было никаких изменений гемодинамики. Это значит, что это все, что клапан уже работает. Вот давайте вот так. Это самое главное. Вот так сделаем, чтобы не совсем уж притык, потому что тогда будет, конечно. И не забывайте еще, что сейчас пока там проводник, там сафари. И поэтому маленькая... Нам не надо немножко вынять этот, чтобы не... Проводник? Не проводник, а кончик этого. Никтейла? Не, это цапка. Давайте. Оставить это. Только вперед, вперед сафари. Можем немножко померить, да. Вперед сафари. Я думаю, что вот это было самое лучшее видеть эту... И вот давайте вот так снимем. Я думаю, как раз это оптимальное положение. Когда помню команду анестезиологов, не было никаких проблем. Видите, как красиво. И регургитация? Ну, регургитация. Ну, еще, во-первых, проводник, да, и еще пока немножко надо, чтобы... Поэтому я считаю, например, что пока что мы не будем под дилатацию думать об этом, но посмотрим. А вы стороне под дилатацию? Нет, конечно. Потому что это self-expanding extent. Да, да. Но для эффекта, понимаете, когда надо аудиторию... Какие будут из аудитории вопросы, пока мы ждем, чтобы немножко адаптировался протез? Если можно спросить, мы можем пиктал там засунуть и померить опять давление, и тогда мы видим градиенты, тогда это будет... Пожалуйста, Илья, ты вперед, это самое, сафари, ты держи здесь, что-то не очень искажено. Так, здесь у нас как? Ну, давай. Подожди, я покажу. Сочетаем? Окей. Так. Идем. Для меня самое сложное вытаскивание самого. Вот так, вытащили. Нет, не все еще. Все.
сейчас все. Главное не потеряться, да, да. Сейчас все. Дифтил, да. Радует то, что синусовый ритм. Синусовый ритм, гемодинамик очень спокойно. Я... Такая, какая вы начали. Да. Ну, почему я еще... Физиологию, очень хорошо работает. Мы пойдем на то, что ударим пейсмейкер. Я очень не люблю, когда это... Потому что там может быть травма, да? Да, да. Правда, самая опасная травма бывает когда? Когда пустое сердце. Когда мы даем пейсинг 150, то сердце практически пустое. И при пустом сердце, конечно, электрод, кончик электрода может травмировать. Сейчас мы уже идем, начали с клапан. Будем стараться пройти. Так, где мы есть? Он. Вот он. Да. Чуточку потяните сафари. Идеально, да. И все. Можно все. Да, да, да. Ну, сейчас мы опять сможем посмотреть давление. Давление и градиент. Капнули. Так, сейчас мы вот можем, да. И если монитор практически нету градиента. Нет, видите, это ноль. Градиента нет. Градиента нет. От 60 до 0. И все, все ладно. Но это радует только на 50%. Потому что под вторые 50 это регургитация, которая может быть, но. Вот, товарищи, вот так выглядит, вы видите, наверное, да, практически кривые, они равные, так что это говорит о том, что градиента нету. И если разрешите, то мы на это, наверное, завершим, да? Наверное, если мы винили, если мы... Да. Анна Николаевна показывает, что хорошо или плохо. Регургитация, нам интересно. Регургитация минимальная, парапротезная. Ну да, это... И это расправится. Это расправится, но и потом, если вы сделаете снимок без этого проводника и пиктайла... Конечно, нет, уже да. Там проводник нет, но пиктайл есть. Да. И давайте, оборвините мне, сейчас очень аккуратно надо выходить, товарищ. Не надо это... Вернуть? Не проводник. Вот я и говорю, вернуть. Да, давайте, это надежнее. Надежнее, мы можем эти... Потащить за собой и протез. Потащить одно и... то глядеть эти стойки. Такие как бы мелочи, но не очень важны. Они не, это я считаю не мелочи, да, это очень важно. Да. Потому что не, весь труд может быть. Так, ну что, давайте потихонечку выходим. Потихонечку, потихонечку, потихонечку. Вот так вышли. И ушли. Все. Спасибо всем. Спасибо. Спасибо за прекрасно сделанную процедуру. В течение часа. Мы уложились, еще полчаса осталось. А да, давайте второго возьмем больного. Спасибо. Мы сейчас ее поэтому мы еще закончим. Спасибо. Все. У меня в машине еще есть три места. Так, ну, как... меня так и не забудьте. Нет, я... Ну, Прокрышин включился, то есть все, то есть они выполнили процедуру. Если какие-то есть вопросы, комментарии, пожалуйста. Так, представьтесь, говорите. Меня зовут Ткаченко Вячеслав, город Пермь. Пациент с отягощенным анамнезом ФИБС, тем более уже было вмешательство, и оно было только что. Что будет дальше, если случится острый коронарный синдром, собственно говоря? Как вы хотите сделать ситуацию, учитывая теперь то, что инфлатировал стенд? Ну, я думаю, в данной ситуации, опять же, может быть, не технически, потому что такого опыта ни у кого нет. Процедуры они делаются технически, редко, даже малое количество вопросов, связанных с этим. Я помогу лечить как после коронарного синдрома. Просто вести как после коронарного синдрома в ситуации. То есть опыта вот, реализации? То есть если у такого пациента, допустим, вот,
определенный период, да, воспитания с ультракоронарным синдромом, тоже ультракоронарный синдром. То есть со всеми теми же особенностями, и медикаментозной терапии, и тактического подхода к этому. Я так считаю. Что касается здесь вот этой правой коронарной артерии стенхирма, она изначально была такая, если достаточно такая коварная, то есть эти правые артерии, тем более с таким изгибом, кальцинозом, они непредсказуемы все время. Иногда бывает здесь быстро и просто довольно сказать. А иногда так вот здесь, например, что процедура могла втянуться, осложниться, потребовать от пальца стентирования. Потому что ее стартирование. Ее можно быть спокойно, потом сделать в плавном порядке. Что касается вообще защитных процедур, то, конечно, для пациента это удобная такая вещь, что ему не надо будет делать дважды, что, может быть, как и хирург не считает, что возбуждение такого автомобиля, это не то, потратить плату, это тоже хорошо. Но с учетом наших особенностей, это как бы одна плата, да, то есть стентирование и клапан оплачиваются как только клапан. Да? Если разнести, то это будет ВМП-2 плановая процедура, которая стоит 220 тысяч рублей. Видимо, это может дать ограничения, скажем так, определенные на развитие этого метода. Еще, пожалуйста. Никто не слышит, если к сожалению, анализ можно только если пока не имеем такого опыта, чтобы об этом можно было посидеть и поговорить. К счастью, просто несмотря на сотрудничество, сам еще такие процедуры выполняются на хорошем уровне, можно констатировать то, что было необходимо сделать. Будем надеяться, что будет двигаться дальше успешно развиваться. Если больше вопросов задать, всем спасибо. У нас есть лишние полчаса. И по поводу там сертификатов, всем еще раз напоминаем, что они будут выдаваться в конце. Кто уйдет, даже зарегистрированный сертификат, соответственно, с баллами не получит.